Этот торжественный ритуал всегда как клятва. Воинское знамя. Символ доблести, славы, верности. Под этим знаменем военного училища воспитывалось не одно поколение офицеров. С чувством большого удовлетворения принимаем мы каждое новое пополнение молодых офицеров Советской армии и военно-морского флота, высококвалифицированных специалистов службы горючего, в будущем умелых специалистов, воспитателей солдат. Известно, что чем выше техническое оснащение войск, тем больше им нужно различных высококачественных горючих, смазочных материалов, специальных жидкостей, так как без горючего техника мертва. Ни одна боевая операция в годы Великой Отечественной войны, да и в другие годы военных испытаний, не могла быть успешно обеспечена без достаточного, четкого, оперативного снабжения горючим. Неизмеримо возросло ее значение в наше время, в условиях массового использования техники, когда исключительно важным, первостепенным стало бесперебойное обеспечение войск горючим. Вот к этой весьма ответственной службе во всех видах вооруженных сил, родах войск, и готовит офицеров Ульяновское высшее военно-техническое училище имени Богдана Хмельницкого. Умение воина, его выучка, готовность к решительным самоотверженным действиям постоянно проверяется в условиях, приближенных к боевым. В атаке боевая техника всех родов войск. Быстрое продвижение вперед. Успех общего наступления зависит от четких действий участников операции и служб боевого обеспечения. Сейчас проверку на зрелость держит служба горючего. Нефтеперерабатывающая промышленность, оперативная связь, запасы жидкого топлива, инженерные мысли, транспорт, в том числе и трубопроводный. Все звенья сложного механизма работают на то, чтобы своевременно дать боевой технике необходимое горючее высокого качества.
задача подвести горючее 3-му мотострелковому полку в район населенного пункта Скугареевка. Следовать по маршруту номер 1. Об исполнении доложить 18 часов сегодняшнего дня. Вопросы есть? Никак нет. Выполняйте. Есть. Большими возможностями и широким набором технических средств располагает современная служба горючего. Требуются считанные минуты, чтобы дать горючее сразу десяткам танков. Заправка самолетов тоже не требует много времени. Чтобы получить горючее, не нужно сходить с курса кораблям военно-морского флота. Для этого предусмотрена выдача топлива на ходу. Учения продолжаются. Продвижение войск вперед, жизнеспособность техники обеспечена. Свою задачу служба горючего выполнила. Genossen Kursanten, heute beginnen wir an dem Thema Ulyanovsk, die Heimatstadt Lenins zu arbeiten. Der große proletarische Revolutionär und Denker. Сегодняшний курсант, в последующем офицер, должен знать и уметь многое. Ульяновск wurde 1648 gegründet, da der Stadt am belebten Wasserwelle lag. Ему необходима общая инженерная подготовка и к его услугам классы и лаборатории. Будущему военному специалисту не обойтись без практических навыков работы на станках, без знаний оборудования. Офицер этой службы должен уметь применять горючие на военной технике. Основа применения – глубокое знание химии. В полевых и стационарных лабораториях курсанты учатся проводить анализ топлива. В программу обучения входит практика на предприятиях нефтеперерабатывающей промышленности.
Здесь курсанты получают специальность оператора заводской установки. Технические средства изучают тоже сначала в классе. Затем на практике в заводских условиях. Военный инженер-механик и военный инженер-технолог. Такие специальности получают выпускники училища. Но они еще и командиры, и поэтому должны уметь управлять подразделениями в самых сложных условиях. 78-08. Ясашная отошла. 20-20. Рукет. 76-32. Из класса в класс, из кабинета в лабораторию. Как во всяком учебном заведении, день здесь расписан по минутам. В училище действуют кружки военно-научного общества. Путь в науку прошло немало выпускников военно-технического. Училища позволяет успешно ему справиться с программой училища и поступить для дальнейшей учебы в военную академию. Находясь в стенах военной академии, офицеры занимаются над научными проблемами. После окончания академии офицеры приходят в адъютантуру и продолжают работать над избранными темами. Ленинград для нынешних курсантов еще впереди. А пока учеба и учеба. Как и во всей воинской службе, немало времени отводится физической подготовке. Все выпускники направляются в войска со спортивным разрядом, а каждые 4 из 5 с первым. Среди спортсменов училища призеры чемпионатов мира, Европы, вооруженных сил. Курсант Александр Миняков – призер чемпионата СССР по водно-моторному спорту. Час отдыха принадлежит не только спорту. Есть в училище курсантское кафе. И не пустуют вечерние часы комната свиданий. Я не знаю, но я должна куда-нибудь послушать. Что у нас происходит? У нас отлично учились, кроме своей специальности мы вот получили водительские права,
Дальше были на практике. Получили удостоверение по обслуживанию технологического оборудования на нефтеперерабатывающих установок. Хорошие спортивные базы здесь у нас отличные. Многих из этих юношей город над Волгой принял на несколько лет издалека, из разных районов страны. Здесь они стали взрослее, здесь получили первую жизненную и воинскую закалку. Отсюда они уедут, называя себя ульяновцами, унося в душе преданность земле, давшей коммуниста и вождя Ленина. Все больше выпускников училища бывает войска членами Коммунистической партии Советского Союза. Разговор о партийном билете, о долге офицера-коммуниста. Каждый год в один из летних дней словно расступается площадь над Волгой, главная площадь Ульяновска. Для выпускников это минуты прощания с городом, с училищем. Это венец нескольких лет учебы. Этот торжественный ритуал, как клятва, в том, что знания и навыки, полученные в училище, будут отданы Родине. Коммунистически убежденными людьми высоких идейных и нравственных качеств стремимся воспитывать мы наших курсантов. Молодой человек, приходя к нам, в свои 17-18 лет, получает весь комплекс знаний, необходимых ему, как военному инженеру, как командиру и воспитателю. Нам приятно получать письма из воинских частей, где служат наши курсанты, и их родители, с чувствами высокой благодарности и пожеланиями в адрес профессорско-преподавательского состава и командования училища. И эти традиции впредь будут расти и крепнуть. И для тех молодых людей, кто хочет посвятить свою жизнь служению Родине в вооруженных силах,
хочет стать офицером службы горючего, двери нашего Ульяновского высшего военно-технического училища имени Богдана Хмельницкого широко открыты.